Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Lenovo Tab M8 четвертого поколения. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон. Итак, заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Звук». Здесь мы выбираем мелодию звонка. И далее можем выбрать любой рингтон из предложенных, либо нажать «Добавить рингтон» и выбрать что-то из нашей музыки на устройстве. У меня ничего нет, поэтому я не смогу ничего выбрать. После чего нажимаем «Ок». Далее мы можем также перейти в «Контакты», выбрать какой-нибудь контакт, нажать на три точечки в правом верхнем углу и нажать «Задать рингтон» и задать любой рингтон для любого контакта. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.